зрители и гости наши. Он ушел за год до моего рождения в возрасте 93 лет. Но я много знаю о нем по рассказам мамы его внучки, бабушки его дочки и других родственников, которые бережно сохраняют память о нем. В этом году у нас у совета дома возникла идея отпраздновать 9 мая всем вместе. Мы в нашей группе в Вайбере организовали опрос, пригласили для помощи наших жителей. Одна из жительниц откликнулась, сказала, что будет ведущая. Другая жительница согласилась петь песню. Мы привлекли наших маленьких жителей для того, чтобы они рассказали стихи. Поняли, что мероприятие будет глобальное. Попросили подключиться близлежащие учебные учреждения. Это лицей номер 1 и детский садик «Катюша». Они любезно согласились и тоже предоставили свои номера. Спасибо людям, которые откликнулись и, в принципе, помогли нам организовать этот праздник.